такую хрень я взял за 100 рублей, а если точнее, за 95. Дешевый китайский микрофон для компа. Прекрасно справляется с посиделками в скайпе. Китайская хрень оказалась вполне годной. Но я решил его использовать немного не по назначению. Сняв передний пластик, я запихнул его поглубже, протянув шнуру через отверстие. Сейчас идет звук с камеры. Теперь подложка звука с микрофоном. А теперь эта же подложка, только с плагином.